Вітаю! З вами телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми з вами поговоримо про реформування інтернатів, а також з'ясуємо, як краще допомогти дітям з інтернатів, а також які подарунки не варто дарувати. В нашій студії виконуюча обов'язки директора дитячого Дніпропетровського будинку-інтернату Валентина Миколаївна Булгакова, а також випускник інтернату Микита Шикула. Рада вас вітати! Добре. Валентина Миколаївна Булгакова, виконуюча обов'язків директора Дніпропетровського дитячого будинку-інтернату, закінчила Запорізький медичний університет за спеціальністю провізор. Працює в інтернаті з 2002 року. Улюблена страва – риба-гриль. Хобі – закордонні подорожі. Микита Шикула – випускник Дніпропетровського дитячого будинку-інтернату. Навчається у транспортно-економічному коледжі. Громадський активіст організації «Ми зможемо». Улюблена страва – борщ. Хобі – громадська активність. Валентино, тож до вас перше питання. В Україні працює зараз деіндустріалізація, так, деінституалізація. І в рамках цієї програми з 2018 по 2026 рік мають прибрати потребу в інтернатах, так, і до 0,5%. Скажіть, будь ласка, взагалі це відноситься до вашого інтернату, бо він не такий, як усі, так, він для дітей з інвалідністю. Я думаю, что это не относится к нашему детскому дому для деток с инвалидностью, потому что детский дом наш рассчитан на 92 человека. В нем 40 из них – это дети, лишенные родительской опеки, и сироты. В детском доме существует отделение первого профиля. Это детки с заболеваниями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Существует отделение четвертого профиля деток. Это детки с глубокой умственной отсталостью, которые непосредственно лежачие детки, которые находятся на энтеральном питании через назогастральный зонд и которые сами за собой не могут ухаживать. То есть они нуждаются в уходе посторонних людей. И думаю, только в связи даже с четвертым отделением, с четвертым профилем этих деток мы не можем, интернат у нас должен существовать, потому что такие детки у нас находятся только у нас в интернате в Украине. Я так розумію, до вас навіть батьки звертаються, таких діток, щоб вони могли у вас бути, навчатися і також приймати участь в якихось подіях, так? Так, звісно. Родителі приходять, оформляють до нас дітей, тільки навіть по той причині, що деякі родителі повинні працювати і якось утримувати сім'ю. Є батьки, у яких не один дитина в сім'ї. И, соответственно, они должны находиться на работе. Поэтому они приходят, приводят нам деток для того, чтобы они могли посещать общеобразовательную школу. У нас на территории детского дома есть 90 средняя специализированная общеобразовательная школа, в которой находятся детки, которые вот с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата. И эти дети посещают школу на территории, они проходят реабилитационные мероприятия у нас в детском доме, массажи, ЛФК, занимаются с психологом, логопедом, учителем-дефектологом. Ну и получают полное общее между собой общение детей. Микито, а скільки ти років був в інтернаті? І взагалі, скажи, чи було все добре? Які згадки? Воспоминания одни, то, что мы приехали, я в 2006 году, то есть... А сколько тебе лет было? Мне на тот момент было 8 лет. То есть, когда я туда приехал, было достаточно большее количество детей. То есть, и потом уже, наверное, постепенно начались создаваться более лучшие условия.
те условия, которые есть сейчас, и сравнить до 2006 года, то, конечно, это большая разница. То есть стали проводиться капитальные ремонты в спальных комнатах, коридорах, реабилитационных кабинетах. Это детские площадки, дорога, ну и то, что необходимо было для как бы реализации, как бы, и, скажем так, адаптации детей. А скільки діточок живе в одній кімнаті? От 6 до 4 чоловік. Да, зрозуміло. А взагалі що згадуєш? Наверное, приятное воспоминание. В любом случае, да, не может быть все идеально, не может быть все гладко, но как для меня, то есть у меня, возможно, больше приятных воспоминаний. Я так розумію, якщо тебе після того, як ти випустився, ще запрошують, так запрошують брати участь в різних подіях. Ми сохранили достатньо хороші дружеські отношения абсолютно со всей администрацией детского дома, со всеми дітьми. То есть, якщо какие-то там вопросы, какие-то мероприятия, то есть я всегда рад помочь. Тобто ти часто навідуєшся? Да, очень часто. Ми очень рады, когда выпускники к нам приходят, и мы их ждем. И вот они у нас как были, так и есть на сегодняшний день. То есть мы очень рады их приходу к нам в детский дом. Даже, знаете, скажем так, вот проживя как бы, да, вот полтора года, скажем так, не в стенах интерната, да, то есть без какой-то вот такой вот опеки, да, как она была, ты уже как бы какой-то такой жизненный этап прошел, ты можешь уже приехать и спокойно поделиться для того, чтобы, допустим, нынешнему выпускнику, который будет выпускаться, чтобы он уже... прослушав вот эти все вот ситуации, какие-то моменты жизненные, чтобы он, возможно, более легче преодолевал эти трудности, которые ему как бы придется преодолевать за стенами этого учреждения. Згодна, я теж хотіла сказати, тільки що не лише адміністрація чекає вас, випускників, а більше навіть ті діти, які знаходяться ще в інтернаті. Да, потому что, скажем, почути ваші історії, живут в неведении о том, что есть там, потому что здесь ты проснулся, у тебя есть покушать, у тебя есть кровать, у тебя есть преподаватели, то есть, ну, как бы есть та помощь, которая... Сестра, все, абсолютно все у тебя есть. То есть, и даже если вот там оформить какие-то документы, это делаешь не ты, это делают за тебя. И понятное дело, что когда ты к этому всему, как бы, ну, ты привыкаешь, ты этим живешь, но когда-то рано или поздно это все заканчивается. И тебе нужно в взрослой жизни делать это самостоятельно. А как, так как у нас бюрократию еще не победили, поэтому это является... Это очень сложно, особенно когда ты, допустим, ну, ограничен. Там, допустим, да, вот у меня большая трудность, да, то, что я на коляске. Я не могу, допустим, сесть в общественный транспорт и проехаться там в тот или иной там заведение, где мне нужно там взять одну справку, поехать туда ее подписать. Я это все делаю на такси. Это достаточно очень недешевое, а дорогое удовольствие. Звісно, це треба оплачувати. Это нужно оплачивать. Зі свого карману, я так розумію. Государство как бы не забезпечує, там, то есть транспортом, да, как оно все это, конечно. Мы хотим сейчас заняться этим вопросом для того, чтобы хотя бы обеспечить себя каким-то транспортом и чтобы нормально передвигаться. У меня до вас питання до обох. Як ви гадаєте, взагалі ця реформа, да, деінституціалізації, вона потрібна і чи треба прибирати дитячі будинки інтернату? Звичайні, не враховуючи такі, як у вас. Я думаю, что не нужно убирать детские дома, интернаты, потому что все равно это общение детей друг с другом, это получение того же, ну вот, допустим, говоря о детских домах, это пятиразовое питание, вот у нас, например, пятиразовое питание, это общеобразовательная школа, в которую дети приходят и общаются друг с другом. Это реабилитационные мероприятия, лечебные мероприятия. И это мастер-классы, которые проводят в интернатных установах. То есть приходят воспитатели, они занимаются мастер-классами. Детки что-то делают, рисуют, делают картины. И это дает им дорогу в жизнь. Поэтому такого общения дома, в семье, ну, не могут получить дети так, как они получают друг с другом. Так, згодна з вами. А що ти думаєш? То есть, смотрите, тут є дві сторони медалі. В любом случае, конечно, хотелось бы, чтобы дети оставались со своими родными. Как ни крути, то есть... Со своими рідними, зі своими батьками, да, так? Да, то есть, если, да, там, есть, ты приезжают, когда, да, социальные службы и видят, что ребенок там, как бы, не, да, там, родители не могут справиться, он действительно там такие патологии. Подайте, пожалуйста, мою курточку. Это черная, да. Извините, пожалуйста.
не сработала, черную, не сработала беззвучка. Походу. Дико извиняюсь. Где этот айфон сраный? Может, его просто где-то... Вопрос последний такой. Да, хорошо. Да, хорошо. Будем переписывать вопросы. На авиарежим можно поставить. Лучше поставить, чтобы... Давайте на режим. Все, вот, пожалуйста. Да, ну, все бывает. Извините. Хотя ставил на беззвучку, видимо, оно не... А что, там много вопросов переснимать хоть? Нет, я задам вопрос по поводу реформы. Угу. Хорошо, еще раз повторимся. Да. Реформы по поводу интернатов? Да. А, ладно, прости. Ничего. И так нервничает человек, а я еще тут со своими этими яблоками. Ничего. Тепер у мене питання до вас обох. Взагалі, як ви відноситесь до реформи інституалізації, так? До того, щоб... Давайте ще раз, господи. Тепер до вас питання ще одне, до вас обох. Як ви відноситесь до того, щоб реформувати інтернати і щоб залишити лише 0,5%? Я думаю, что вообще реформировать интернаты невозможно вообще полностью, потому что дети, находящиеся в интернатах, они получают питание, общеобразовательную школу посещают, они занимаются мастер-классами, они занимаются спортом, они получают реабилитационные лечебные мероприятия, они занимаются с психологом, логопедом, дефектологом. Это все то, что не может ребенок получить компактно в семье, в родительской семье. То есть родители должны работать и дать все, безусловно, деткам таким невозможно. И, безусловно, есть и минусы в этом, в том плане, что никто не заменит родительского тепла детям. Но те дети, которые лишены родительской опеки и сироты, они должны находиться в интернатных заведениях, потому что это действительно дает им дальнейший путь в жизни. Все, чем они занимаются, что они учатся в детском доме, это дает им в дальнейшем их путь в жизни. Микита, а как ты гадаешь? На мое мнение, правильно Валентина Николаевна сказала по поводу родных. То есть родные, как бы, как ни крути, это все равно какая-то поддержка. Добро, там, краще, как бы, сказка, сказка на ночь, скажем так. То есть этого нельзя делать, расформировать интернаты. Или как они хотят сделать дома семейного типа. Дома семейного типа... На 10, я так разумею, детей дома. Вот, это смотрите, в чем большой минус. Когда ребенок находится в интернате, у него идут финансовые накопления. Скажем так, для его дальнейшего какого-то старта в жизни. Дома семейного типа не предусматривают сохранение вот этих вот денег, которые дает государство. То есть хотя бы 50/50. То есть дома семейного типа, то есть они полные, имеют право на распоряжение счетами ребенка. И когда ребенок выходит с домов семейного типа, то есть у меня есть, скажем так, горький опыт, когда ребенок вышел без единой копейки. Тобто різниця, а ваше виходить? Я, коли, допустим, виходив, у мене був, так, пускай у мене був небольшой кусочок, але у мене були збереження, і я мог від них вже опереться, купити якісь собі бытові принадлежності, або якісь ще питання, тобто вирішити за счет цих грошей. Інтернати, вони потрібні. А скільки зараз учнів навчається у вашому інтернаті? 92 ребенка, которые у нас находятся, из них только 30 деток, которые находятся на четвертом профиле. Это дети, которые не обучаемые в школе, все остальные обучаемые в школе. А по статистике в интернатах взагалі більше, біля 8% лише сироти, так? Інші діти мають всі батьків, але з якихось причин вони знаходяться в інтернаті. Яка у вас ситуація? Я не могу по своему учреждению сказать такой процент, потому что у нас в нашем детском доме получается 47%, ну где-то приблизительно 47% это родительские дети, 53% это дети, которые лишены родительской опеки, и около 15% это дети-сироты.
Зрозуміло. Наближаються свята. Так, одне ще питання. То які подарунки взагалі варто дарувати дітям в інтернати, а які не потрібно? Бо дуже багато з'являється волонтерів, які хочуть, благодійників, так би мовити, які хочуть приїхати в інтернат і подарувати дітям, наприклад, солодощі, так, іграшки або якісь речі. Чи це добрі подарунки, чи ні? Скажіть, будь ласка. Ну, накануне рождественских и новогодних праздников действительно очень много благотворительных организаций, волонтеров и просто безразличных людей, которые хотят вот приехать и детям привезти сладости, фрукты, какие-то игрушки. Все так хорошо, и дети с удовольствием это все принимают, но как бы вот пожелание хотелось бы, чтобы вот не только в рождественские и новогодние праздники вот привозили сладости, все эти игрушки, фрукты, соки. Хотелось бы, чтобы это было в течение года как-то, ну, планово вот в течение года, потому что получается, что в Новый год и в Рождество навезли всего, а потом какой-то промежуток времени, вот, может быть, дети хотели бы, чтобы это так было. Ну вот как-то так получается. Еще очень много благотворительных фондов, которые привозят непосредственно подарки детям. То есть это могут быть и мобильные телефоны, и планшеты, и там предметы какого-то обихода. То есть да, помогают, очень помогают и волонтеры. А це доречні подарунки, скажіть. Бо, наприклад, дитині в інтернаті подарувати мобільний телефон, але в неї немає грошей, щоб оплатити собі зв'язок, так, інтернет, мобільний зв'язок потім на усі наступні місяці. Яким чином тут виходити з ситуації? Ну, ми ж не можемо дітей повністю ограничити від того, що є у інших. Да? Згодна, звісно. Смотрите, у кожного дитина, скажімо так, да, в інтернаті є якийсь определений чоловічок, да, которому він може позвонити вечором, там, поговорити, може там, знаєте, розказати якісь там свої насущні проблеми, там, якийсь совет, да, там, знаєте, мир не без добрих людей. То есть, закинуть там йому сотку, там, на телефон, ну, понимаете, это не составит большого труда. И поэтому, как бы, мобильные телефоны, я считаю, они должны быть, и планшеты тоже. Дети должны идти ногу со временем. То есть ограничивать их в этом, ну, нет смысла просто. Они должны, они на мобильных телефонах и планшетах общаются друг с другом, общаются с сетями социальными, поэтому они идут, развиваются и даже вот учатся каким-то там моментам на том же самом планшете, что пригодится им в дальнейшем. Это ролики, возможно, какое-то хобби они себе находят. Так же самое. Вот мы хотим, чтобы социум начал нас воспринимать. Да, то есть ну, не всегда детей могут, допустим, вывести там в город и тому подобное. В основном это какие-то закрытые мероприятия, то есть или, ну, там, в парк, это в основном только летом. Да? А так они, пускай там Инстаграм, Фейсбук, да, да, это, ну, как бы, и они общаются и показывают, что вот они есть, вот они живые, они так же само могут общаться, так же само могут радоваться, как, обмениваться фотографиями, какими-то позитивными эмоциями. Это безусловно нужно. Валентина Миколаївна, то до вас питання таке. Інтернат вже не той, який був раніше. Тобто у дітей є особисті речі. Наприклад, це телефон або якісь іграшки, так, які їм дарують. Як зараз? У каждого ребенка есть личные вещи, безусловно. Это и телефоны, это и предметы их личной гигиены. Это и телевизор. Там, допустим, есть телевизор, который в рабочей комнате. В комнате у деток есть телевизоры, есть компьютеры, на котором они могут заниматься. И ну вот, на сегодняшний день нету такого, чтобы что-то было общее, и ребенок был ограничен в каких-то возможностях. Нет, у каждого ребенка есть личные вещи, и есть момент, который он сам себе может вот как бы прийти и где-то там что-то в том же телефоне найти, что-то где-то посмотреть. То есть нету ограничения никакого в этом плане. Так было, я так разумею, не завжди. Раньше все было спільне. Вы знаете, это, наверное, а вот зараз... в течение двух лет. От ага. Так почалось набирати це обороти. І це дуже важливі зміни, я так думаю. Як ти гадаєш? Ну, понятно, що, ну, как бы, любое, да, то есть изменение, оно несет какой-то с собой характер. Так же самое и здесь. То есть. Наприклад, ти, коли поступив в інтернат, то тоді було все спільно. У мене не було навіть мобільного телефону. Мой первый мобильный телефон появился, когда мне было 14 лет. Это был мой первый мобильный телефон. И понятие о том, как, что есть такое, такая вообще
штучка для того, чтобы связываться? Нет. Были у детей, то есть, ну, это были такие вот, у вас дети, которые были домашние, там, родители там купили Nokia черно-белую, мы там вот это по очереди как бы игрались, скажем так. Раньше даже были там кофту, мог, там 2-3 человека могли носить. Сейчас у каждого есть своя тумбочка, в этой тумбочке у него есть свои принадлежности, средства гигиены, планшеты, там все, что ему необходимо. Раньше, я так разумею, даже тумбочек не было. Были, нет, тумбочки были. Есть всегда, они должны быть, как бы по нормам у ребенка должна быть прикроватная тумбочка, где он может, допустим, там поставить средства гигиены или какие-то там вещи свои хранить. А яким чином взагалі допомогти? Чи які подарунки дарувати краще? Наприклад, чи можна звернутися до вас, як до директорки інтернату, і спитати, що потрібно, так? Що потрібно дітям, як допомогти, і ви можете сказати, і тоді вже з доречним подарунком приходити. Ну, на сегодняшний... Чи є така практика? Є така практика. Вот, на сьогоднішній день у нас відкритий інклюзивний майданчик для дітей. Тобто це ігрова площадка і для ігор, і для спорту, яку відкрив Міжнародний фонд Олександра Петровського «Солідарність». Он сделал всю эту площадку на улице. Там есть и качельки, есть и спортивные тренажеры. И дети могут рисовать во время летнего-весеннего периода. В общем-то, это был замечательный подарок для детей, для того, чтобы они действительно могли в свободное время там идти, заниматься, играться. И также для работы воспитателей, которые могут выйти на улицу и порисовать, и поплясать с ними, поиграться. Потом дети обратились к Александру Владимировичу Петровскому, при встрече с Александром Владимировичем Петровским попросили компьютерный класс. На сегодняшний день действительно компьютерный класс ремонтируется, он приобретет 4 компьютера для деток. Дадут преподавателя, который будет приходить и заниматься с детками, чтобы они не только могли играться, а могли работать на компьютере. То есть, смогли работать, да. Ще розуміли, що інтернет це теж небезпечно в якомусь разі. Да, очень много помогают фондов благотворительных, помогают, когда детки обращаются, кому-то нужен планшет, кому-то нужно помочь там научиться, где-то подучиться каким-то занятиям в школе, мастер-классам. Все это благотворительные фонды на сегодня помогают и дарят детям. А ще я, наприклад, читала одну величезну статтю щодо подарунків дітям в інтернаті, і там є така думка, що важливо навіть не подарунок принести, так, а важливіше свій час побути витратити і побути з дітьми. Чи є така практика? Чи є люди, які приходять в інтернат, так, дарують подарунки, але не раз на рік, кожного місяця, наприклад, приходять, дружать з дітьми, стають якимись трохи рідними, так, спілкуються періодично. Чи є така практика і коли можна людям приходити? Така практика є, дійсно, і є такі люди, які приходять. У нас є мама з дівчинкою, якій 8 років, и она просит, чтобы где-то раз в неделю или раз в месяц могли мы предоставить такую возможность. Она покупает какую-то игру, приходит к деткам. И с этими детками возраста этой девочки мы устраиваем ей такой час, который она занимается с этими детками, рассказывает о том, как ее дочь учится и что происходит. Спрашивают у детей, как наши дети учатся. И это вот такое общение действительно приемлемо. Это практикується у нас в дитячому домі. Зрозуміло. Микито, тепер дуже хочеться з тобою поспілкуватись. Ти вже скільки років після інтернату живеш самостійним життям? Півтора року. Півтора роки. Де ти живеш і з якими проблемами зіткнувся, коли вийшов з інтернату? Ну, проблем достатньо много, скажімо так. Да? Тобто, починаючи від того, що у нас нету пандусів, нету бордюрів, які... Как бы, ну, це взагалі наша загальна така да, проблема. То есть, большая проблема – это передвижение по городу. Это очень большая проблема. Даже как бы, в аптеках и там нету этого. Так, то есть, я знаю, це одиниці аптеки, это большая закладів проблема. Там, де є. Вторая проблема – это, скорее всего, что наш как бы, социум.
он не воспринимает таких, как мы. То есть очень много людей, которые относятся как бы там, ой, смотрите, жалко, ой, там, то есть этого очень бы не хотелось. Вообще хотелось бы искоренить это все. То есть вот, как бы, мы такие, как и все. То есть, а вот эта тенденция, когда вот, вот смотрите, вот человек с ограниченными возможностями, ему надо там дать 2 рубля, потому что ему вот не хватает на хлеб. То есть на самом деле наши ребята, те, которые вот с ограниченными возможностями, да, особенно выходцы с Чечерина, да, с дома-интерната, то есть это Зоя, Лида Соловьева, Саша Черков, которые сейчас просто путешествуют по миру и приносят нашей стране бронзы, серебро и золото. То есть это паралимпийцы. То есть это высокий показатель уже к тому, что как бы люди с ограниченными возможностями ничем не хуже вот, да, обычных вот людей. А ваші особисті такі проблеми, з якими зіткнулися? Житло, наприклад. Наприклад, там якісь речі побутові, яких не було, я так розумію, після того, як ви вийшли. Скажімо так, проблеми з жильем і з битом у мене не було. Так як помогли, очень помог Олександр Владимирович Петровський. Благодаря этому человеку он мне дал огромный старт в этом плане. В жизни для того, чтобы помог с учебой, помог с приобретением мне жилья, быта, то есть сделал в ней ремонт, полностью ее обустроил. Мы, то есть, делали все под меня, под комфорт, для того, чтобы я комфортно жил, учился и, скажем так, приносил пользу. А какие еще дети? Не у всех такая ситуация, как у вас? Не у всех такая ситуация. Скажем так, возможно, я послужил стартовым проектом. Для того, чтобы как бы дети не, ну, не в том плане, что да, они могут обратиться к Александру Владимировичу и сказать: Александр Владимирович, вы с Шикули помогли с квартирой, давайте и нам. Нет, то есть я, наверное, со своей стороны тоже немало сделал для того, чтобы как бы получить. Вы зараз этот теж подарок. Займаєтеся активізмом, так? Громадським активізмом. Ну, скажем, які проекти реалізовуєте, розкажіть. На даний момент был только из всех проектов самый, который проект это, на который вообще делали ставки о том, что вообще не выгорит. Это была дорога на интернат. Это она то, была... что вы звертались до мэра Филатова? Мы так, обращались и к президенту, мы обращались и к Филатову, то есть и так и у нас. Яка как... ситуация зараз? На данный момент сделали временный ремонт. К весне будет полностью сниматься асфальт, тот, который они положили. Сейчас замена будет полностью бордюров, люков. И будут делать нормальный заезд для того, Борис чтобы... Борис Филатов, я так разумею, официально пообещал. Он официально пообещал, то есть как бы да. Капитальный ремонт. Абсолютно капитальный ремонт. Второй наш проект, который мы хотим сейчас тоже реализовать, но это будет, наверное, уже тоже ближе к лету, это с туалетами для людей с ограниченными возможностями, начиная от набережной и заканчивая Красным камнем. То есть те места, которые большое скопление людей, как бы, где мог, чтобы для того, чтобы человек с ограниченными возможностями, у него не стоял вопрос в том плане, куда ему пойти в туалет. Чтобы он знал, я сейчас приду на набережную, я там погуляю, там как раз и туалет есть для нас, ой, хорошо. И он спокойно мог поехать отдохнуть, как и все остальные люди. Если, для прикладу, наша величезная набережная, да? И чи є там туалеты для людей с инвалидностью? Нет. Взагалі не вообще ни одного туалета нет. То есть они выставляют, привозят, но обратно же наш народ. Привозят, которые... вы имеете на увазі на якісь. Ну вот эти вот биотуалеты, вот эти, да, которые да, там да, на день города, то есть обратно же, это единоразовая акция, скажем так. Да? И наш народ видит, что вот там есть значок, да, что человек с ограниченными возможностями, да, и при этом идут туда и справляют свою, да, справляют свою нужду, еще при этом как бы справляют ее так, что потом туда зайти просто невозможно. А человек, который с ограниченными возможностями, ему нужно помочь, там, допустим, пересесть на тот биотуалет. Понятное дело, что он должен быть чистым, а не антисанитария полная. То есть, понятно, есть для того, чтобы реализовать, еще нужно очень много вопросов решить. Кто будет эти обслуживать туалеты, это очень большой вопрос. Для меня сейчас вопрос, кто будет их обслуживать. То есть, не вопрос выбить эти туалеты, а обслуживать эти туалеты. Вот это большая проблема. Наприклад, є сквер на Перемозі. Є сквер, так? Да, там на Набережній Побєди, там, да, комунальщик. Зручний туалет, очень так удобний, для вас то есть туалет, да, он позволяет развернуться, там є поручень для того, щоб чоловік мог спокійно пересесть. Как це бы. Гарний приклад, так? Это очень такі хороший пример. Это бути. Отакі, да, мы только, я, конечно, за такі туалети.
Спасибі вам, Микито, спасибі вам, Валентину Миколаївну. Хочеться ще сказати, можна, що у нас в 2017-2018 году були внесені изменения в статут детского дома. Ми відкрили дневное отделение пребывания деток. Это дети, которые могут, дети с аутизмом, дети, которые могут приходить утром, утром родители их приводят, идут на работу и вечером их забирают. Тобто є така можливість, то есть такая можливість, возможность, чтобы приходили к нам такие детки. И открыто у нас еще в рамках реформирования, открыто еще молодежное отделение, в котором могут находиться воспитанники от 18 до 35 лет. Зрозуміло. Спасибі велике за інформацію. Тобто наші глядачі побачать і можуть звертатися саме до вас. Да, спасибі вам велике, що прийшли. А нагадаю, що в нашій студії була виконуюча обов'язки інтернату, Дніпропетровського дитячого будинку-інтернату Валентина Миколаївна Булгакова та випускник інтернату Микита Шикула. До побачення.